Летняя площадка при Доме культуры станицы Анапской называется «Детство в стране Зазеркалья». И каждый день с 1 июня по 20 августа по программе организаторов площадки дети отправляются в путешествие по сказочным городам. А знают ли они правила движения, решили не только проверить сотрудники Анапского отдела ГИБДД, но и помочь им усвоить эти правила. Город Анапа у нас является все-таки детским курортом, и дети должны с малого возраста знать о правилах дорожного движения. Существуют краевые программы по безопасности дорожного движения, и наша администрация и сотрудники ГИБДД уделяют большое внимание данному направлению. Знание правил дорожного движения, начиная с маленького возраста, это говорит о том, что в дальнейшем уже более юное взрослое поколение будет относиться к этому более ответственно. К маленьким жителям станицы Анапской присоединились юные хуторяне Бужора и Усатовой Балки. Дети получили маршрутные листы путешествия, и игра началась. Встретились две команды на воображаемой дороге. Кто-то поедет на виртуальном автомобиле, на велосипеде, а кто-то пойдет пешком. В первую очередь командам предстояло расставить дорожные знаки. Их они изготовили сами, склеивали и складывали из мозаики. Самый важный для пешехода и водителя знак – зебра. Он появился на игровой площадке вот в таком виде полосатого африканского животного, известного по учебникам зоологии. И уж, конечно, запомнится, как и роли, которые исполняют сами дети. Роли несложные, но яркие, потому что ты можешь стать руководителем движения, являясь, например, знаком пешеходного перехода. Перед ним водитель обязательно остановится, а детям и всем остальным пешеходам можно переходить проезжую часть. Самая захватывающая подвижная игра – в светофор. Тут важно не растеряться, ориентируясь в цветах, кому проехать, а кому стоять. Что бывает, если не знаешь правил? Авария, называемая ДТП, и надо знать, как пользоваться средствами из автомобильной аптечки. Полезные познавательные игры на дороге завершились приятным мероприятием – вручением призов и грамот за лучшие знания правил движения. Лариса Басова, Артем Зибаров, Анапа регион.